Грядет районный фестиваль-конкурс «70 песен о войне», посвященный, естественно, годовщине Победы. Его учредила администрация Кингисеппского муниципального района. В Центре эстетического воспитания собрали дошкольников на первый отборочный тур для прослушивания. Мы с удовольствием послушаем все ваши песни, которые вы подготовили на этот замечательный конкурс. И, конечно, жюри будет оценивать вас. Но я думаю, что сюда пришли самые-самые лучшие звездочки. Я хочу пожелать вам самого главного – прекрасного выступления. Ну, быть артистами и показать достойно свою программу. Для взрослых стоит серьезная задача – выбрать лучших. А для малышей – это песенный звездопад. Такое название районный вокально-хоровой конкурс носит уже 10 лет. В зале собрались самые неугомонные, самые творческие и самые талантливые ребята. Они еще хоть и маленькие, но уже артисты. Они поют эти песни, вспоминая и напоминая о тех тяжелых военных временах. Им аплодирует весь зал и подпевает этим победным мелодиям. Впереди подведение итогов и второй отборочный тур фестиваля конкурса «70 песен о войне».